В районе Зерный начался около 5 утра. Ополченцы предложили личному составу Луганского погранотряда сдать. И после того, как те ответили отказом, начали штурм. Помимо пограничников, как сообщает в штабе самооборонения отряда, находятся боевики так называемой нацгвардии и радикалы правого сектора. В ходе боя стороны применяли как и стрелковое оружие, так и гранатометы. Украинские военные заняли круговую оборону и пытаются подавить огневые точки ополченцев с автоматным и пулеметным огнем. Очевидцы говорят, что видели, как над местом боя кружил штурмовик украинских ВВС, но он не открывал огонь. Боевые действия идут в районе жилой застройки, до ближайших многоэтажек всего несколько сотен метров. Известно, что погибли 2 бойца и 1 мирный житель, который на минуту вышел из своего подъезда. Сообщается и о раненых, но их число точно неизвестно. Многие жители напуганы, и некоторые